Эй, курица. Ты только закукарекай, я тебя сразу пришью. Тихо. Ой-ой. Ой-ой, я попал. Бежим! Не догоните, не догоните. Бабка, да ты... Нифига, топор кинул, видали? Бабка, бабка, нет! Вы чё, отпусти меня! Гнида! Мать, чепалах! Опа, видал, как я отразил удар? Зажмут меня сейчас тут. Куда бежать? Пожалуйста, выпустите меня. Все, пизда мне. Сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Прошло 6 лет с тех пор, как Леон Скотт Кеннеди пережил инцидент в Ракун-Сити, беспрецедентную биологическую катастрофу, которая произошла по вине корпорации Амбрелла. Или Амбрелла. Леон стал спецагентом США, и теперь ему поручено особое задание – найти пропавшую дочь президента. Поиски привели его в глухую европейскую деревню, несмотря на все пережитое. Леон не был готов к ужасу и безумию, которые его ждали. Ну или ожидали. Погнали. Глава первая. Надо выяснить, в чем тут дело. Во, посмотрите на меня, я крутой мужик. Беловолосый, белокурый, я могу тан-тан-тара-тан-тан ходить влево-право, вперед или назад. Опа, кто-то шуршит в кустах. Коровы тут где-то мычат. Ладно, я как будто пьяный. А сегодня я побухал немножко. Так. Дышит как он. У него есть ствол на правом бедре. На левом нету. Во, я бегать могу на shift. Куда он подевался? Опа. Ворон сидит. Пушки есть? Так, это он разворачивается. Оп, на Q. Разворот. Вертух разворотуху делает. А как встать? Вставай! Вставай! О! Ну тут просто олень лежит, отдыхает. Не будем мешать ему. А, во, е, прыгнуться. Кто-то проволокой сейчас шуршал.
Интересно, что это за мешочки такие? Стой, стой, стой. Пока волыну нельзя достать. Короче, тут нельзя исследовать ничего. Тут просто чуть-чуть сюжетика, так сказать. Тук-тук, есть кто дома? Обычно я стучу в дверь, а этот просто открыл. Есть кто? Так, бля. Кто-то за мной дверь закрыл. Спасибо. Сквозняк, наверное. Я думаю, сквозняк. Тут баночки, скляночки всякие. Так. Давай сюда заглянем. Ну что? Кто дома? Что это такое? Подожди, дай поверну. Поверну. О! Примитивный медальон. Судный день грядет. О! Это был прием. Най-най-най. Я думал, сейчас из-за угла кто-нибудь сейчас выпрыгнет как. Простите, что я без спроса. Буско, он полиси. Бино Аки. Не, я должен это прокомментировать. Вы видали, какую я плюху ему зарядил, а? С правой ноги или с левой пятки ему в челюсть прям. Ты-тыщ. Офигеть. Ключ от охотничьего домика. У меня пушка есть, братан. Как тебе чепалаха отвесили? Окей. Ничего, обычный жетон шерифа. Жетон полицейского. Национальная полиция. Марио Фернандес Кастияно. Офицер местной полиции. Пропал без вести. Так, тут местная кухня. Какие вкусняшки тут готовили. А, выглядит не очень аппетитно. А тут супчик. Кто хочет отведать вкусняшек? Ладно, пойдем дальше. Куда идти? Тут выхода явно нет. Так. Кто-нибудь переведите эту надпись. Какое-то заклинание, походу. И на двери что-то написано. Так, ключ нам подходит. Опачки, фонарик. Прикольно. Так.
Если кто тут есть, выходим с поднятыми руками. Я не шучу, у меня пистолет есть, могу стрелять. А то отведаете моего высококачественного свинца. Ух ты, крысёныш, смотри какой миленький. Ути-пути, ути-пути. Опа, а куда делся? Ладно, идем дальше. Тут еще говядина лежит или свинина, неизвестно. Идем дальше. Вот здесь сейчас что-нибудь произойдет по-любому, сейчас посмотрим. Надо отсюда выйти. Так, достать оружие и стрелять. Сейчас будет на нас покушение. Но стрелять мы умеем. Больше тут ничего нет, нечего делать. В этом таинственном месте. Подожди, шериф. Дружище, я тебя не осмотрел. Ладно, посмотрел. Пойдем дальше. Что это? Так, кто-то идет. Кто ты? Вот он, дед. Дед, да ты охренел? По коленке буду стрелять. Час от часу не легче. Напугал меня до усрачки, дед. Что с тобой, дед? Ты чё курил? Глазенки-то у тебя, о, какие. Перезарядка. У меня вообще 5 патрон. Патроны нужны. Опа. С топором кто-то ходит. Эй, ты, выходи! Руки подними! Топор опусти! На тебе в голову! Подожди! Стой на месте! Не двигайся! Все, упал! Дед, ты сдох? Дед, прием, ответь! О, дед! Пошел вон! Дай тебе... Чё, свертухи! Дед, ты чё, а? Не дохнешь. Чепалаха тебе жесткого отвесил. Дед, ты так больше не шути со мной. Кто тут ходит? Заклятия всякие читает. Так, это как он? Как он только вытащил. Так, я думаю, здесь есть патроны. Конопля? Зеленая трава. У меня есть зеленая трава. Я применю. Ух ты, какой тут интерфейс, боеприпасы. Травы. Карта даже есть. Ну все по старинке. Так, идем дальше. Патрон бы. Так.
У меня остался один патрон. Да, не беда, у меня режик есть. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Не смею задерживать. Сантус, мантус, дрантус. Ну, с ноги. Раньше он с ножа бил, сейчас просто с ноги так. Чпоньк. О, сохранялочка. О! Да, как я с правой ноги. Есть порох. Сохраняться нельзя, я понял. Где ты? Так, ладно. О май гад! Тут волк попал в капкан. О май гад. Так. Ура, патроны, живем. Где эта неживая нечисть? Где это замбучелло? Будем убивать замбучелло. Оп, присесть. Идем. Что он разговаривает? Я тебя слышу. Вон он, походу, стоит, да? Вилы? О, фак! Ты чё меня проткнул, а? Плюху тебе! Ну а! Блин, как я жив остался, он мне живот. Да ты охренел. А! Плечо мне пробил. Сволочь. Так, лежать. Да, какое у меня оружие есть. Так, где этот? А, он испарился. Да.
Как уворачиваться от этих? Так. А, во, понял. На пробел. О, тихо. Капкан, чуть на капкан не попался. Опа! Не, мужик. Это было неожиданно. Крысёныш. Так, я ранен. Травку надо. Травка. Комбинируем. Используем порох. Так, все нормально, живем. Мы пришли к каким-то воротам. А на воротах что у нас? Правильно, головешки. Чпоньк. Я слышу тебя, может там не красться. Крадется в кустах. О. Да тут целая секта. Давай посмотрим отсюда. Так. Стоит один с топором. Какое-то заклятие произносит этот. Ну, за водой, видимо, ходил. Там с вилами. Что он делает? Сено, она что-то, короче, пытается сделать. Не знаю. Так, их очень много. А, полицейский. What the fuck, man? Секатан ты хреновый. Чё, с двух ног вырываемся? Ну всё. А, не. Тут есть обходной. Попробуем. Типа, как там называют? Трава у дома. Так, ну тут с двух ног надо по-любому врываться. Вот там бабка еще что-то делает. Опа, сейчас, тихо. А, тут двое надо? А как? А кто? Кто мне поможет? Эй, курица. Ты только закукарекай, я тебя сразу пришью. А ну, кш. У меня есть блок. Ты не прорубишь мой блок. Тихо. Ой-ой, я попал. Бежим! Ну что ж. На! Одной вырубили. Лежать. На! Буэнос-Айрес! Бежим! С вертухи! Бежим! Их очень много! Куда бежать? Не догоните! Бабка, да ты... Нифига, топор кинул! Видали? Дали золото. А сейчас не до золота. Бежим. Бабка, нет. Вы чё, отпусти меня. Гнида. Мать, чепалах.
Отпусти! Сука! Чипалак тебе! Опа, видал, как я отразил удар? Чипалах, чипалах ему! На, двое легло. Двое улетело, тот просто. Волна его зацепила. Мне кажется, не справится. Бабка опасная. Не убивается. Бежим. Нет ключа. Нет. Уворачиваемся. Так, так, так. Чипалах. Резня бензопилой. Хардкор. Лепаться, сраться. Бабка. Тихо, тихо. Зажмут меня сейчас тут. Куда бежать? Пожалуйста, выпустите меня. Все, пизда меня. Держим, держим. Ты думал? Подожди. Нож сломался. Да ёк-мака. Так, так, так. У тебя. Я. Топор пролетел. Так, так, так. Ищем. Ищем. Корова. Спаси меня. Бабка. Гори адским пламенем. Мужик. На тебя с ноги. Лежать. Нет, мужичка. Папка, ты не сдохла? Кажется, колокола звенят. Все, все, не двигайся. Куда это они все? В кино, что ли?